Отдельная песня про наши препараты для женщин. Просто отдельная песня. Женщины, которым еще нет 50. Я все время вспоминаю, как меня подруга готовила. Подожди, подожди, я послушаю, что ты запоешь, когда тебе исполнится 40. Исполнилось. Она сказала, ну ладно, это рано. Я подожду, посмотрю, что тебе будет, когда тебе исполнится 45. Ну, исполнилось. Потом она сказала, хорошо, она просто на 5 лет меня старше. И она говорила, подожди, подожди, я послушаю, что ты запоешь в 50. Уже 50, не пою. Почему? Потому что наши дистрибьюторы знают, что в 50, да, плюс-минус. Ну, обычно сейчас уже раньше у женщин начинаются всякие неприятные моменты. В некоторых случаях одного волтьяма достаточно. Вообще, наш дикий ям с волтьям – это отдельная тема лекции. Я думаю, что вам Ирина Юрьевна тут уже столько всего рассказывала, я просто многого не знаю. Но это препарат, который снимает приливы. Но если у вас их еще нет, пейте для профилактики. У вас их и не будет. Второй препарат, который тоже работает уже очень хорошо, это CX, но вы знаете, да, там и эстроген, и прогестерон туда входят. Вот кому одного волтьяма мало, добавляем еще CX. Но очень часто сталкиваемся с такой проблемой, как болезненные месячные. Проверено уже, наверное, лет 7. Уже не знаю, сколько девочек мы спасли. Работает красный клевер. За 10 дней до начала и уже результат будет. А если просто банку пропить? Ну, у меня очень много девочек, которые по одной банке красного клевера пропили, уже по 3-4 года прошло, не знаю, что за проблема. Ну, уже больше 20 точно. Недорогой, хороший красный клевер. Дозировку сами, ребята. Это еда, мы с вами договорились, это меню. Вы же меня не спрашиваете, мне полтарелки борща съесть или тарелку? Пробуйте, не наелись полтарелки, добавляйте до тарелки. Мы с вами договорились, да, что мы составляем меню, а не лечим. Это вот лекарство нужно, строгая дозировка, не дай бог. Ты ее нарушил, ты можешь такое получить. Наши препараты, рекомендуемая доза, есть на баночке, есть в каталоге. Боитесь, смотрите по этому. Не боитесь экспериментировать, можете увеличивать дозировку. Но это меню, это еда ежедневная, та, которую мы не получаем из наших борщей и котлет. И даже из салатов. Значит, вот эти вот, ну, не буду рассказывать все подробно, а просто те, которые мне вот нравятся, и с которыми уже очень много хороших результатов.